Национальное телевидение Чувашии, Национальная библиотека республики, Женсовет города Чебоксары при поддержке администрации столицы проводят новогоднюю акцию «Волшебная елка». Новый год – волшебный праздник, и взрослые и дети ждут чуда. Создать его может каждый. Дай волю своей фантазии и смастери уникальную новогоднюю игрушку. Обязательно прикрепи визитную карточку с контактной информацией. Работы принимаются с 9 по 25 декабря в фойе Национальной библиотеки по адресу проспект Ленина, 15. Награждение победителей состоится 27 декабря в 16:00 на Красной площади. Наши партнеры – страховая компания «Чувашиямед», частное охранное предприятие «Броня», открытое акционерное общество «Хлеб»,